забрали посылочку, идем домой сейчас. Там две орхидушки. Супер-супер-супер красавица. Едем домой, сейчас будет распаковочка. Жду не дождусь открыть свою посылочку. Очень давно я хотела такие сорта. Они просто сказочные. Оставайтесь с нами дальше. И тут есть Полинка! Всем привет! С вами Алинка. И сегодня к нам пришла посылочка с орхидушками. Так, вот такая вот коробочка, даже с ручкой. И сейчас мы будем с этой маленькой шкодливой жопкой устроить. Боже мой! Писки восторг! Это я должна пищать, потому что я их давно очень хотела. Но они такие красивые. Особенно одна. И вторая. Вторая отцвела, правда, но я вам фотку вставлю в цветение. А одна... Ой, мы кусочек видим. Давай, хочу смотреть. Хочу их увидеть. Так, тут картонки, чтобы она не болталась. Так. И. Боже, какая она миленькая. Кошка. Саматушка, давай, распаковывай. Это садовидье с перевидными листочками. Ага, как она интересно скрепила. Аккуратно. Ой, эти тут миленькие маленькие кролики. Ух ты. Боже. А я так долго думала, нравится она мне, не нравится, нужна она мне, не нужна. Боже, она такая красивая. На эти листья только посмотреть. Вот, это вот эти листочки, вот это вот цветочка. Я думала, что вот эти листики, вот это вот цветочки. Аккуратненько, аккуратненько. Боже, какая она маленькая, все какая очень, она миленькая. Все очень хорошо скреплено. Да. Мама, я такую тоже хочу. Так, ну начинай. Лена, аккуратно. Так, почти освободили ее. Так,
Отсоединили мы этих двух орхидушек. Теперь надо их распаковать. Давай распакуем цветущие. Так, тебе это? Так. Ага. Я садовый вьен давно хотела. Они были в продаже, но на тот момент я думала, нужна она мне, не нужна. Потом, когда она с продажи исчезла, потом я поняла, меня перемкнула, она мне нужна, я ее хочу, она мне нравится. И я ее долго так хотела, долго искала, и ее не было, не было, исчезла она в продаже. И тут я нашла, короче, одну группу ВКонтакте, одну девушку, кстати, тоже зовут Рима. И я нашла эти орхидейки, просто был сказочный завоз. Там можно было столько купить, там, ну я не знаю. Там кроме розовых еще какие-то были? Там было столько красоты. Нет, этот цветет только такими цветами. Я еле удержалась, чтобы не скупить там все. Я каждый раз говорю, все, я не буду ничего покупать, мне хватит, потому что я не люблю, когда сильно очень много всего в три этажа. И в итоге почти вся квартира у нас в орхидеях. В итоге да. Но я еще хочу еще два сорта, которых я хочу. Ты же сказала уже все. Нет. Нет, в этом году все, но в следующем, я думаю... Какая она милая! Туда ставь на столик. О, Мика под саку. Так, ставим на наш импровизированный стол и распакуем дальше. Она прикольная. Да-да. Она мне, кстати, напоминает, знаете что? Она мне напоминает весну. Мне саку. И весной цветут вот такие вот крокусы. С такими прожилками, точно. И еще вишня. И желтенькая серединка, и такие они сиреневые крокусы. Вот она мне напоминает весну, и вот этот вот цветочек. Не, но... Лена, поверни листиками ко мне. Сейчас. Аккуратно. Так, еще поверни. Угу. Ой, сколько земли. Тут уже стволик отсыхает. Значит, это орхидея. Это... Боже, как же она называется? В общем, я название вставлю, у меня вылетело с головы. Помню, Аида. Вот, это филинопсис, скрещенный с чем-то. Она очень потрясающе цветет, такими сиренево-голубыми цветами. Поэтому она немножко была дешевле. Вот. Такие орхидеи у нас стоят, ну, довольно-таки приличные, потому что они сортовые. Так, не примащивайся. И не намекай ни на что. Боже, она такая красивая. Кстати, у нее есть бутоны. Ты что, не заметила? Поставь ее на стол. На стол. Прикольная орхидейка. Кстати, вижу хорошенькие корешки.
там. О, Филиноксис. Дай-ка я ее покручу в руках. Алина, ты нас затем парил. Можно. Вот такая вот орхидеюшка. С одной стороны у нее. Так, поврежденный такой листик и загнутый. И загнутый? Загнутый. Чуть-чуть поломался. Ничего, скотчем скреплен, будет норм. Угу. Такой вот горшочек. О, а если бы продавались такие маленькие горшочки, как для больших орхидей, разноцветные, было бы прикольно. Она прикольная. Так, есть бутоны. Есть бутоны. Она не пахнет. Так. Боже, она такая милая. Можно? Можно. Давай следующий. Так, значит, тут у нас есть мох. Главное, шейка была хорошей. Ну, шейка хорошая. Вроде да. Так, значит, требует полива. Листики тут нормальные. Отцвела. Но я от этого не могу оторвать глаз. Знаете, что мне муж сказал, говорит? Это не манекен, это живая. Я говорю, да, а что? Она говорит, а почему она такая маленькая? Я говорю, ну потому что это миниатюрка. Но она правда смотрится очень изящно. Она такая маленькая, такая милая. Два цвета носа. Это просто. Моя любовь. Да. Кое-кто ее у меня уже отбивает. Так, следующая орхидейка. Бери ее в руки. О, уже насыпала зимние. Не очень интересно. В общем, когда она будет цвести, она будет такой интересной, что ты ее тоже захочешь, кстати. Нет, не хочу. В общем, это гибрид фаленопсиса и доритиса. Пример цветения я оставляю. Вот, она очень красивая. Она просто божественная. Значит, полное название ее доритаминопсис пурпур. Гейм Аида. Я не знаю, правильно ли я назвала или нет. Ну, короче, я напишу название. Я вспомнила. Там, где написано Аид, это из однажды сказки, в которой башка светится. Ну, точно, она так ржет, как ты. Ну все, мои хорошие, мои любимые, вот такая вот была замечательная посылочка. Я очень довольна. Я очень орхидейками довольна. Сейчас буду их обрабатывать. Опрыскивать, поливать. Мой муж говорит, ну и конечно же сейчас будет пересадка. Я говорю, ну не сейчас, вот, но будет. Так что да, всех любим, обнимаем. С вами была Алина Гал и Ирина. И наши орхидеюшки красивые. Всем пока-пока. И Микушня. Микушка. Ника тоже хочет стать филинопсисом. Так, все, всем пока-пока. До новых встреч.